Всем привет, вы на канале Час Ремонта. Сегодня у меня на обзоре перфоратор Zuber RV-260-42. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новый ролик, а также активируйте колокольчик для уведомлений. В описании под видео вы найдете ссылки на магазины с выгодными ценами. После просмотра переходите в комментарии, там вы можете поделиться мнением и не забывайте ставить лайки. Перфоратор пригодится для сверления отверстий в мягких материалах, а также перфорации в бетоне и кирпиче. Стандартная компоновка для ручного электроинструмента, крупный корпус с двигателем и ударным механизмом, оснащенный пистолетной рукояткой. Выполнен корпус из прочного пластика в комбинации фирменных цветов Zuber. Фирменная дополнительная рукоятка позволяет надежно удерживать инструмент при любой работе. Мягкая накладка на основной рукоятке повышает удобство хвата, что положительно влияет на качество работы и снижает утомляемость. Корпус редуктора из литого алюминия обеспечивает улучшенные прочности теплоотвод и позволяет получить от изделия максимум без ущерба для надежности. С помощью ограничителя глубины можно делать одинаковые отверстия или аккуратно сверлить на заданную глубину. На электроинструменты Zuber действует расширенная 5-летняя гарантия. Служба качества контролирует процесс производства на каждом этапе. Комплектация. Перфоратор. Аккумулятор. Зарядное устройство. Рукоятка дополнительная. Глубиномер, смазка для бура, кейс. Высокая производительность и удобство эксплуатации обеспечивают отличные эксплуатационные характеристики. Единая аккумуляторная платформа 20V Max Lithium Pro для множества инструментов. Бесщеточный двигатель Brushless обладает целым рядом преимуществ по сравнению с обычным щеточным двигателем. Высокий крутящий момент в два раза выше, чем у аналогичного щеточного двигателя. Высокий КПД благодаря максимально эффективному преобразованию электромагнитной энергии в механическую, ввиду отсутствия перекоммутаций. Низкое энергопотребление, вследствие чего изделие работает до 4 раз дольше на одном заряде батареи. Высокая степень защиты двигателя благодаря интеллектуальному управлению. Контроллер двигателя позволяет гибко регулировать крутящий момент и поддерживать его на максимальном уровне в широком диапазоне оборотов. Отсутствие постоянных перекоммутаций в коллекторе и, соответственно, отсутствие нагрева и потерь из-за переходных сопротивлений. Повышенная надежность ввиду отсутствия искрения, трения и контактирующих деталей. Большой диаметр и высокая скорость бурения для максимальной производительности. Функции долбления и сверления без удара придают дополнительную функциональность. Патрон SDS Plus для быстрой замены расходного инструмента. Плата управления батареей с технологией Z-Control обеспечивает защиту от перегрева, глубокой разрядки и перегрузки, защиту от КЗ-контактов, балансировку элементов для полной зарядки каждого из них индивидуально. Быстрозарядное интеллектуальное устройство с системой Ultra заряжает импульсной подачей тока. Оснащено вентилятором для активного охлаждения заряжаемой батареи, предохранительная муфта для защиты оператора при блокировании бура, плавная регулировка оборотов в широком диапазоне, режим установки долота в нужное осевое положение, дополнительный плюс к возможностям. Литиевая смазка дает возможность работать при отрицательных температурах. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить выход нового обзора. Жду вашу поддержку, поэтому ставьте лайки и пишите комментарии. До скорой встречи на канале Час Ремонта.